Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить тему клавиатуры на телефоне ZTE Blade V 2020 года. Чтобы это сделать, нам нужно открыть клавиатуру в любом удобном для нас приложении, неважно в каком. Главное, чтобы не было никакого текста, то есть обязательно стираем весь текст, который у нас написан. И дальше у нас есть вот такие вот здесь менюшки, как вы видите. Здесь у нас может быть палитра. Если у вас здесь есть палитра, нажимаете на нее. Если у вас здесь нет палитры, тогда мы... Или вот таким вот образом ее сюда перетаскиваем. Или лучше это сделать следующим образом. То есть мы просто нажимаем на шестеренку. И в шестеренке переходим в пункт «Тема», где мы можем, соответственно, настроить тему нашего телефона. Мы можем выбрать свою тему, то есть установить какую-либо свою фотографию на фон. Ну, или же, давайте я вам покажу, как это делается. Просто выбираем какую-то фотографию. Нажимаем, выбираем, какая часть фотографии будет показана. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Готово». И все, мы только что сделали себе вот такую вот клавиатуру. Или же вы можете выбрать одну из ниже предложенных. Это делается точно так же. И вот таким вот простым образом мы изменили клавиатуру на нашем телефоне. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!